dvhub.ru. Декабря 2017 года по 8 января 2018 года весь личный состав управления внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Кроме того, предусмотрено круглосуточное дежурство руководящего состава органов внутренних дел для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Управление внутренних дел территориальными органами предусмотрено создание дополнительных следственно-оперативных групп, которые также, в свою очередь, будут своевременно реагировать на заявления и сообщения граждан, и предусмотрен необходимый резерв на случай осложнения оперативной обстановки. В преддверии новогодних праздников силами участковых уполномоченных полиции с руководством увеселительных заведений, а также с руководством учреждений, где будут проходить праздничные мероприятия, проведены инструктажи о повышении бдительности, также вопросы взаимодействия с органами внутренних дел.